Проект «Театральный хоровод» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В январе этого года была подана заявка, а уже 31 марта он стал одним из победителей грантового конкурса. Его цель – приобщение жителей Мордовии из отдаленных районов республики к театру. Почему именно хоровод? Потому что хоровод объединяет и идея, и движение. Этот грант объединяет общая идея идейно-духовно-нравственного и патриотического воспитания. И, естественно, объединяет движение по нашим замечательным районам республики, в котором поставлены и работают современные дома культуры. В рамках проекта актеры драмтеатра посетят 15 районов республики, в том числе и самые отдаленные из них. Если раньше артисты не имели возможности сыграть для зрителей Дубенок и Зубовой Поляны, то сейчас оба района включены в программу гастролей. Всего актеры везут 9 спектаклей из русской и советской классики, а также отдельную программу для детей. В первую очередь, конечно, здесь присутствует Гоголь, это «Мертвые души», Грибоедов, «Горе от ума», Горький, «Васса», советская классика, «Старший сын», это Разумовская, дорогая Елена Сергеевна. Первые спектакли уже прошли. Тур актеров драмтеатра начался 12 апреля в Старошайговском районе. Также они успели побывать в Атюрьево. Публика приняла артистов радушно и просила приезжать еще. В планах 26 апреля выступить на сцене Дворца культуры Атяшево, а уже в мае заглянуть в Дубенки и в Тингушевский район. Все спектакли доступны по Пушкинской карте. Ирина Радайкина, Александр Овчинников, «Народные новости».